Так а что, жопа моя не понравилась? Не, мне, не, мне понравилось. Всем привет, ребят. С вами Виталий Зеленый. И что я вам хочу рассказать? А, ну это новый влог. Не знаю, что я еще в нем наснимаю, так как очень-очень скучно, как я вам говорил в предыдущем влоге на Хэллоуин. На улице холодно, рано темнеет. Вот уже, оно уже 8:30, но вот уже темно на улице. Сижу вот дома, интернет еле вывозит. А, хорошая же новость, я ж, у меня же уже, вон, ребят, 1000, уже даже 50. 1000 подписчиков, 52. Спасибо всем, кто подписывается, кто смотрит меня. Это очень приятно, когда смотрят меня. Мне приятно, что вы смотрите меня. Это очень приятно. А, еще хорошая новость. Я себе наконец-то сделал свой ноутбук. На ноутбуке полетел жесткий диск. И где-то 1.5 месяца мне приходилось сидеть на старом мамином ноутбуке. А сейчас вот наконец-то мне его поменяли. Поставили Windows 10. Он, короче, летает. Именно что птица. Вот такие вот у меня пироги. А, и что еще рассказать вам? Я добил свой телефон. Мы с пацанами позавчера отдыхали. Здесь, если присмотреться, есть, ну, он такой погнутый телефон. И что сказать вам, ребят? Я открывал в нем пиво. Я психовал, что он не работает. Он, ну, не вывозил, не работал. И я открывал в нем пиво. Представляете? Дурак. Дурак. А теперь все. Он включается на 5 минут. И выключается сам. Я могу включить его на 5 минут, позвонить, и он выключается. И вот что еще, ребят, смотрите, походу он у меня сел, батарея села, когда я был выпивший, и я зубами грыз батарею. Ну это нормальный человек вообще? Я не знаю. И вот, если сюда посмотреть, здесь я его погнул. Мне сказали, шлейф я ему, походу, сломал. В общем, хана телефону. Сейчас, не знаю, на машине куда-то проехаться, прогуляться, или... Я фиг его знает, ребят. Вообще, скукотища такая, никуда сходить в маленьком городе. Разве что прокатнуться на машине и зайти в какую-то забегаловку. Сейчас, короче, скучно уже... Без 20:10 мы все-таки решили поехать прокатнуться на машине. Не знаю, что еще будем делать. Ребят, я вот уже вышел в машину. На улице холодина, капец. Гляньте, какой тут фонарик. Я под ним сижу, чтобы меня было видно. На улице капец холодина. Крыша замерзла на машине. Вот, если вам видно. О, сейчас видно. Морозяка. А нас вот это надо, нас вот это куда-то вы... Короче, буду заводить, прогревать. Если она еще заведется, если ей сейчас придется ставкача толкать, это будет вообще обидно. О, нормально. Придется ставкача, ребят. Сейчас открою ворота и будем с братом ее заводить с того кача, потому что аккумулятор сдох. Прикиньте, я мощный, я сам ее вытолкнул. Вот. Блин, ребята, вот, особенно пацанам хочу сказать, не берите себе Жигули. Это капец. Она уже за день... Вон, все, с подворочку. Подворочку я уже не могу. Графу! Граф еще что-то подгавкивает. Все, ребят. Дотолкал я до горки. Вот, тут чуть-чуть бугорчик, и я уже дальше не могу. Это жесть. Сейчас подожду Дениса. И будем выталкивать. Холодно, да вообще невозможно. Корыто. Корыто. Я на тебя обиделся. Вытолкнули с горя пополам, будем сейчас толкать ее, толкача заводить. Ой! Хоть бы завелась.
Давай, включи, ну включи подсос еще больше. Завели мы эту суку с горем пополам, блин. Зараза. Запыхался капец. Так вот офигенно ездить по морозу, блин. Ни хрена не видно. Приехали за Фомой. Машина, конечно, уже прогрелась. Но на улице дубарина капец. Спит, что ли? Хотя Фома до 4 утра не спит. Что? А что мы хотим? Он сразу увидел, что я его снимаю в глазу. Что? Пошли гулять. Сейчас? Ну. Видите, как без всяких расспросов и объяснений. Пошли гулять. Все, пойдем. Ему даже пофиг, он даже не спрашивает, что, как, куда. Пошли гулять, пошли. Надо теперь на русский переключаться. Тихо. Вы увидели заправку? А теперь посмотрите сюда. Я заправщик? Нет. Я заправщик? Нет, покажи сигарету. Я заправщик. Фома просто бандит. Нет, я заправщик. Сколько? На сколько? Литр. На 53. Два литра. По-пацански 2 200. Подожди, ты бандит, ты куришь на заправке. Да, я Влад Фомчик, подписывайтесь. Что нового? Что нового, блядь? Да нихуя, блядь, нового. Денег нема, блядь. А гулять хочется. Это очень грустно. Глянь на его лицо. Да я бы вместо тыквы тогда, блядь. На хэллоуин вместо тыквы. Блядь! Я классно танцую? Я танцую, да. О, охуенно. Давай. Как? Сейчас оттуда не видно, блядь. А вы какие дружные пацаны видят? Давай. Там все хватает. Я тоже снимаю. Влогер. Коллаборация. Хорошее качество. Сопляки. Да, нормально. Нормально. А теперь покажи свои эмоции. Холодные. Ты ж так долго ждал. Не, ну надо же приготовиться. Давай. Давайте возьмем за ручки. Хавайте там все. Помолимся за то, что Бог нам дал такое пиво. Все, теперь искуси. Мое не трожу. Что, нельзя? Я думал, там не все. Жалко? В рот возьму, говорит. Ребятки, мы только что текали от бомжей. От цыгане. От бомжей и цыгане вместе. Это страшно. Сейчас мы снимаем деньги вот здесь, на пумбе, потому что нас преследуют. Набухаем цыгане. Набухаем цыгане. И они за нами больше не будут. И не будут больше за нами гоняться. И бомжи тоже. Вон они! Вон они! В эту сторону текаем! Она центральный чи не? О, братан, хавка! Нихуя себе. С мусорки. Тут я еще буду ебать, блядь, или шо хоть. Это не подстава. Это не подстава, кстати, да. Братан, и шо, как оно? На вкус. Как оно,
какой на вкус. Обычно пицца. А выглядит как пацан. Выглядит на дырках пацан. Ты попал куском слава или, блядь? В натуре я косава. Ну вкусно, да? Если Денис отказывается, значит это не подстава. Значит, если Денис отказывается, это не подстава. Всем добрый вечер, или добрый день, или доброе утро. Ну, у меня уже вечер, видите, уже смеркается. Я вот пришел сейчас до пацанов, мы будем снимать, хотим заснять бутылка челлендж. Ну, потому что нам скучно, блин, на креативное заснимем. Алкадриш челлендж потом. И, короче, я вот Ване сейчас рассказываю, что мы вчера гуляли, там пошли, там подвыпили, там полазили, погуляли, ну, вы увидите это, ну, в начале. И Ваня, вот Ваня, кстати, поздоровайся. Здрасте. И, короче, Ваня сейчас обижается, говорит, что вы меня не позвали? Я говорю, Ваня, ты спал. Ваня, что ты скажешь по этому поводу? Не спал, Ваня. Ну, что ты обижаешься сразу? А что? Говорит, что вы меня не позвали? Я бы тоже нагасился, говорит, погулял бы, там, туда-сюда подвыпил. Капец. Не бухал. Вон дети бегут, подписчики наши. Покататься, погулять. Что ты расскажешь? Что мне рассказывать? Что это такое? Камера, он малый, я ору. Ты меня видел? Где ты меня видел? В интернете, где я видел. Где? В интернете? Ты же говорил, ты увидел меня на «Танцует все». Да, видел. И что ты скажешь? Что ты скажешь по этому поводу? Нормально скажу я по этому. Нормально у меня жопа? Так себе. Ну там сказали, что вы дурачки. Так а что, жопа моя не понравилась? Мне понравилось. Ценители. А тебе как? Нормально. Я бы вам звезду дал, вы бы прошли дальше. Звезду? Да. Звезду. Я понял. И что там им дают? Короче, если ты прорвешься в судьи, ты нам скажешь да, да? Ну да, короче. Что ты меня снимаешь? Так а что ты расскажешь? Судьи не правы, да? Нет, не правы. А Фома и жопа. Ну, у него худенько, а у меня получше, да? Ну, ты да получше там. Фома нормальная. У Фомы нормальная жопа? Да, ну так, нормально. Ну, худая, да? Ну, да. А ты тоже, да, видел? Да, о, Фома зато он плотный. Братан, не получилось. А маленькую бутылку? А маленьких нема. Что ты расскажешь? Влог, блядь, ты всех... Да. Ты знаешь, что Ваня обиделся, что мы его вчера не позвали? Вообще. А я почему? Высадили меня, ебать, иди домой. Так мы с тобой попрощались, а с ними, по-моему, не прощаемся. А я сказал, не прощаемся просто. А я просто не прощался. А со мной попрощался. Да, кстати, я с тобой. Фома, ты знаешь, что они сказали, что моя жопа лучше, чем у тебя? Давай резче, блядь, сейчас. Ты что, этот самый? Пиво? Да. Я подкинуть хотел. Просто наклон, тут наклон. Ебать, короче, мы долго чувствую кидать будем. Да там воды начнет чуть вылить. Да, не то. Да, воды надо. Ребят, ничего не меняется. Влог. Ты так еще вовремя четко бутылку поставил. А ты поздоровался, влог? Да, так у меня влог же продолжается, я сегодня уже на улице здоровался. Скажи, Фома. Ну у нас ничего не меняется. Я вчера наговорился. Не, ну вот смотри. А, ну да, алкаши. Ну да, алкаши, говорит. Да он каждый день бухает, все, пизда. Хотел стукнуть его. Ваня уже набухался. Да, он. Никита Шукарон. Ну правильно, вообще. Ты что, мне на интернет снимаешь? Да. На Ютуб. Шо ли? Ты меня снимаешь в Ютубе? Да. Здравствуйте. Я тут ни при чем. Почему ты бухаешь? Не, ну а чё бы не... Покажи сиськи. Здрасте. У меня уже новый день, ребята. Я сейчас вот стою возле машины.
собираюсь идти пешком на заправку, идти примерно мне километра 3. Потому что у ласточки закончился бензин. Вот. Придется идти пешком на заправку. Вы не представляете, какой офигенный сегодня день. Не то, что там у меня что-то случится, там что-то крутое. Просто на улице очень офигенно, очень тепло. Вы не представляете просто как. На улице примерно плюс 15 градусов. Ребят, я вот иду сейчас просто до сих пор не нарадуюсь погоде. Еще и вот смотрите, там вышло солнышко. Это просто вообще прелесть. Заправил я канистру бензина. Ну как сказать канистру, вот если вам видно, вот он. 2,5 литра плеснул. И буду сейчас держать путь домой. Сел на лавочку отдохнуть немножечко. Вот, ребята, что на этом, я думаю, будем заканчивать влог мой. Я вам показал примерно, как мы, что мы, куда мы, как отдыхаем, где гуляем. Вот так вот проводим время в наши будни. Рассказал, как всегда. Что ж, ребят, всем спасибо за просмотр. Ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. И я жду ваши комментарии внизу. Любые комментарии. Просто любые. Я все перечитываю, всем отвечаю. Это такое интересное занятие. Ну все, всем пока, до следующих влогов.